Строительство нового микрорайона в селе Перхушково тесно сопряжено с развитием инфраструктуры прилегающей территории. Жильцы еще не заселены, а застройщик уже построил новую водозаборную станцию производительностью 2300 кубометров в сутки. Первые разъемы территории Одинцовского района, которые официально прошли государственную экспертизу Российской Федерации. Это не реконструкция, абсолютно новое строительство. ВЗУ сейчас находится в 100% готовности, проведена монтажная работа и пусконаладочная работа. Соответственно, сейчас будет достроены дома жилого комплекса, начнется заселение, ВЗУ будет запущено в эксплуатацию. ВЗУ использует уникальную отечественную технологию очистки воды без применения химических реагентов и является одним из самых новых на территории Одинцовского округа. Глава муниципалитета Андрей Иванов посетил объект и узнал тонкости технологического процесса. А куда осадок утилизируется? Осадок утилизируется, это, в принципе, оксид железа в основном. Да, это 90% оксид железа, но это не опасный осадок. Если его высушивать, его можно, в принципе, куда-то сдавать. Это система для безреагентной очистки воды. То есть единственный реагент, который она использует, это кислород воздуха. То есть она производит и дегазацию, и очистку от воды, но в основном обезжелезивание. Данная система фильтрации не только повышает качество воды, но и экономично в использовании. В процессе очистки образуется фильтрат железа, который утилизируется с помощью специальной техники. Из скважины вода поднимается, она содержит в себе железо. Установка очищает это железо, отделяет ее от воды. Вторая установка делает это, чтобы осадок был совершенно минимальное содержание воды было, то есть уменьшает объем и оставляет уже практически чистый оксид железа. Вода будет добываться из четырех скважин глубиной 250 и 350 метров. Усовершенствованная технология очистки позволит улучшить качество воды, которая станет мягче, в ней снизится содержание фтора и радона. Подобные системы успешно применяются на практике на территории Одинцовского округа. Сразу после запуска в ВЗУ застройщик передаст объект в муниципальную собственность. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».